Смотрите, четыре каменчика стоят на четырех углах. И чтобы узнать, одинаковые ли у нас стены, промеряем рулеткой. Берем от верхних рядов. На первом этаже сначала половина дома, например, выложили, промерили рулеткой. Если у кого-то выше, толще швы, то рулетка вот покажет эту разницу. По углу. Пошли на Сашкин. Внизу у нас уже в отметках первые ряды. Все выровнено в горизонте. И поэтому берем от отметок, от самого низа. Серег, там было 5,49, а тут на полтора выше. 5,50,5. Угу. Вот этот угол у нас чуть-чуть вот выше. Смотрим следующий. И, например, если у кого-то угол убегает, то уже можно немного вот подстукивать швы по 1 миллиметру. Вот за 10 рядов 1 сантиметр можно пристучать всегда. 5,59 ровно, как и твой. Угу. 3 угла ровно идут, разница 3 миллиметра, один угол на 1,5 сантиметра выше. Поэтому тот угол сейчас будем постепенно пристукивать. По 1 миллиметру на каждый шов будет незаметно. За 10 рядов у нас все углы сравняются.